Посмотрите, как дятел может выдолбить дерево. Но тут ничего удивительного. О. Тут выдолбил. О. Все. Гора переста повисла. О. Одни щепки. О, навыдолбил. Ну а почему он так его выдолбил прям? Потому что он у нас трухлявая. О. Ломается. Легко ломается. И вот так ты, если пошатать эту древесину, она вот упала, эта березка между двух берез застряла и уже подгнила. Не, ну она такая, не скажешь, что она прям вообще гнилая. Ну, конечно, трухлявая тут. Местами, может, она более-менее еще ничего. В общем, вот так вот. Все. Выдолбил тут дятел. О. Я сначала не понял, думаю, что это так с него там береста так висит. Такое ощущение, что ее прям сорвали специально. А, понятно, дятел поработал.